Всем привет, дорогие зрители! Приехал я на один качественный проект, который называется Navito Deluxe Residence, который строится недалеко от улицы Барбаросса. Так, дорогие зрители, здесь у нас будет два блока, как вы видели, это блок А. Проект будет сдан в июне 2022 года. Крайний срок сдачи это август. В этой стороне у нас будет построен блок Б. Есть полная инфраструктура от открытого бассейна до солевой комнаты. Все 3D-фотки я выложу в ролик. Можете посмотреть, кому будет интересно. Я отправлю планировку и все 3D-фотки в WhatsApp, Telegram, Viber. По номеру плюс 90-555-064-91-10. От моего месторасположения до моря. Море в той стороне. Так. Море в той стороне. Расстояние до моря 270 метров максимум. В той стороне у нас за этим зданием магазин 3M Migros. У меня есть прайс-лист от застройщика. Вот такие цены на данный момент. 2 плюс 1 начинается от 105 тысяч евро, чтобы понимали. Есть рассрочка. Так. И я хочу сказать, что у меня есть напрямую от собственника участка, квартира 2 плюс 1 на 8 этаже. Это эксклюзивный вариант, очень выгодный. Я хочу сказать нашим инвесторам, что на 8 этаже этого блока А, западная сторона, та сторона, где крепость Алании, у меня есть квартира 2 плюс 1 на 8 этаже. Вот 8 этаж, смотрите цены. Там 80 квадратных метров, кажется. 80-85 написано тут, но скажу, что 80. Цена той квартиры 88 тысяч евро, чтобы вы понимали. Вот 8 этаж, это блок Б. Видите, да, цены? У меня есть от собственника ТАПУ, сразу оформляем, 2 месяца рассрочка, как бы, на 2 месяца максимум. Все, кому будет интересно, звоните, пишите по номеру WhatsApp, который я вам сказал. Всем пока-пока. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look, she's standing in the crowd. So I let go, let go. I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. I just wanna see the light. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you get another try. Put up with changes. Come pick me up, 'cause I just wanna see the light.